Я очень волнуюсь, потому что за моей спиной великолепные музыканты. Я волнуюсь, потому что сейчас выйдет такой симпатичный молодой человек. Это что-то. Если бы его увидела бабушка, она моя, Эсфирь Марковна Трахтман, вот с такой фамилией ей как-то удалось родиться, она бы, наверное, сказала, какой он красавчик, таких удачливых уже не делают. Вот. Поэтому я хочу поприветствовать этого талантливого музыканта. Я надеюсь, что мы с ним обязательно подружимся. Хотя бы потому, что он попал в мое сердце, потому что он будет представлять программу «Утесов». Он будет петь песни моего детства. Давайте поприветствуем. На самом деле у нас в коллективе очень много красивых мужчин и женщин, по этому признаку в основном и набирались. Сегодня прозвучат не только песни «Утесов», в основном костяк программы — это песни «Утесова», и будет несколько моих песен, которые где-то больше, где-то меньше попадают в настроение музыки тех лет. Начнем мы с песни «Одесский порт». Thank you.
Спасибо, дорогие друзья. А дальше в продолжении темы транспорта уже прозвучит наша песня. Называется она «Паровоз». Слова слушать внимательно. А если знаете, пойте про себя, мне так будет легче. Oh,
ты один сердце мечта. Oh,
Спай. Ах, Одесса моя ненаглядная. Немножко живинка.
Песня, конечно, никакого, наверное, отношения к музыке тех лет не имеющая, но просто мы ее очень любим, она достаточно новая, называется она «Еду далеко». Она тоже лирическая. Нету никого, нету никого.
гитарная партия Виталий Гудков. Следующая песня называется «Когда проходит молодость». Когда проходит молодость, длиннее ночи кажется, что раньше было сказано, теперь уже не скажется, не скажется, не сбудется, а скажется, забудется. Когда проходит молодость, еще сильнее любится. Но что нам в жизни седовать на то, что ночи длинные, еще полны рассветами, все ночи соловьиные. Thank you.
инструментально-вокальная композиция, скорее инструментальная, называется «Секрет». Чужие.
Песня «Раскинулось море широко». Если кто-то не знает, а мы, изучая эту песню, узнали, в каком море происходит событие этой песни. Оказалось, в красном. Это важно для понимания драматургии песни.
хор под руководством Алии Мухаммедгалиевой. Песенка, еще наша песенка называется «Fire». Смеется. Такое у него странное название. Ну, это нормально.
Песня называется «Будьте здоровы, живите богато». Ты тоже.
дорогие друзья, большое вам спасибо. Если уже расходитесь, мы споем пару песен на бис. Начнем песню «Парнагос». 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 Все, надо ноты достать, вы понимаете.
До новых встреч. Спасибо.